И это Shadowfight. Shadowfight, вторая часть. И будем сейчас... Я немножко развился. Открыл вот эту палку. Я вот этого приема не знал, но в принципе-то мне надо вот это. Потому что вот этот шлем за гемы я купил. Вот, я уже даже два прошел. Ну, то есть два с вами прошел. И начинаем с этого. Испытание без прыжка. И начинается с того, то, что... Ну, хотя бы не без оружия, который я проходил. И это испытание вообще легкое. Тем более, если у тебя очень клевая защита. Если что, я снимаю на столе. Если будут звуки вот такие, это значит, я психую. Поверьте мне, это очень сложно. Ну вот это я знаю, это оглушает с каким-то процентом. А вот этот говнюк, сейчас его порешаем. Так-то, если вы не знали, мне легко. Ну, если без... Ну, я без цинаха из-за этого, мне сложно. Как по мне. Я, например, недавно покушал, например, я здесь вот победил рысь с вами и могу получить оружие рыси. Ну, это будет нереально сложно, так что я никуда это и не дену. Это капец какой-то. Мне опять так на накрутник накапливать. Потому что если накрутник я накоплю, 120 монет. Аж не стоил 125. На 5 больше. Потому что это самое лучшее оружие в игре. И есть пародия на кровавый жнец.
на беспородье есть обычный кровавый жнец. Кровавый жнец обычный. У него есть способность сделать у врага кровотечение. И это очень помогает мне. Помогало против рыси. Потому что всегда я добивал помощью вот этот, который с кунаями, он самый бесячий враг во всем шедуфайте. Ну и самый бесячий это титан. А титан это самый главный босс. И говорят, что его практически нереально пройти. В чем проблема? Ну так, мы получаем 15 гемов. Вот если что, такие кристаллики – это гемы. И за них мы покупаем, например, оружие для гемов. Броня, сурокены, магия, ну то есть стихия. И все это знаю, потому что я проходил шедуфайт. Ну, то есть я не проходил, я всего лишь до осы дошел. А нет, я остановился на вдале. Мой священный вдал. Вроде бы это легко, а вроде бы я уже потею. Я недавно проснулся. Из-за этого я еще не понял, что как происходит. Я еще пока что не играл в Shadow Fight. Только вчера я продвинулся до этой полки. По сути, моей любимой. Самое любимое оружие мое. Это рыбный меч. Ведь, ну то есть, цепочный меч. Почему цепочный? Да потому что он как кровавый жнец на всю карту бьет. Это очень сложная игра. Shadowfight. По-русски она называется «Битва теней». Видите? Меня... Вот почему, но очень сложно. Фиг попадешь по этим врагам. Я на всю квартиру, на весь дом ношу. Все по кайфу. Один вроде бы не гавкает еще.
Ирина, если что, это моя собака. То есть, наша. Это палка, если кротами наносить, то она очень жесткая. Видели, сколько ухода? Ну и что, то, что я уже на четвертом ходе. Это ничего не меняет. Я задавал все вопросы. Откуда у них появились сухкены? Фукунаи. Я уже до пятого дошел. И пихаешь. И я только что пятого убил. Так что... Очень... Я сегодня точно сниму ролик про Роблокс. Я вам зуб даю. Я сниму видео про Roblox. Это видео буду выкладывать, а пока оно выкладывается, я сниму про Roblox. Твоим подписчикам задание. Поставить лайк и подписаться. Гугляйте ролик и там вот кнопочка подписаться. Прочитайте и поймете, и надо нажать на нее, чтоб она осталась. А иначе у вас я пропаду. Ну а так-то я бы не хотел, чтобы у вас я пропадал. Если я вернусь на первую карту, попробую победить рысь, то это будет квест квестом. Победить это непростая задачка. У меня как-то получилось с первого раза, что я прошел. Просто осталось Мелики Киська ХП. И за эту Мелики Киську я смог... Как он выжить? Ну, я его уже убил. Но это... Ну так-то я их не убиваю. Они воскрешают. Я их убиваю. Ой, что я их убиваю? Не все равно воскресло. Вот он недавно, я его убивал. И он снова появился. Он и самый безобидный, по сути. А этот самый бесячий, по сути.
люблю. Я его на первой карте ненавидел. А сейчас даже нормально. Только от чего он умер, я не знаю. От того, что он задохнулся. Я, конечно, понимаю. Я говорю. Ну, в Shadow Fight, да, цель – это победить Титан и наказать всех из подземелья. Ну, из подземелья – это только в обычном Shadow Fight. А в этом нет, невозможно пойти в подземелье. Просто еще не существует. Потому что они могли подумать то, что это читер. Это же не я придумал Shadow Fight. Это разработчики придумали такую подставу. Я же не придумывал вообще весь Shadow Fight. Ну так-то, по сути, мне еще надо накопить на оружие на другом уровне. Это недолго накопить вроде. Потому что я на 9 уровне, на 9 как раз эта палка. Не сложно побеждать так-то их. Некоторые из них шустрые. Некоторые из них всемогущие. Кто воскрешается каждый раунд. По примеру его. Он тоже был в прошлом раунде. И он тоже воскресился. Я только руками воюю. Но когда противник на земле, я чаще его жду. Какого чёрта? Я какого уже убиваю? 5-го. Это 6-й. А цурикены — это самое противное у них, что есть. Я дойду до 7-го. Кей овер, бля.
на нем точно умру. Я же сказал. Вот этот выход. Ад. Ад. Просто. Ад. Кей-овер мне. Так-то с первым врагом вообще невозможно проиграть первому врагу. Ну, второму возможно, но если ты вообще только со спехом оружием, то тогда и первый тебя может убить. Со спехом броню, если. Я всегда покупаю броню. Так что мне даже третий по зубам. Если меня не слышно будет, то тогда будет печаль. Я же вам говорю то, что он бесячий. Настолько он бесячий, то, что меня чуть не убил. И по сути это какой? Это пятый? Нифига себе. Я до седьмого дошел, хотя бы побольше хп. Я один дамаг хотя бы нанес. А, тут... И я снимал ролик с Андреем. Он получился вроде фиговым, вроде бы клёвым. Я начал снимать про Roblox и буду снимать. У меня за один день выходит 3 ролика. И так и будет. Вроде бы это нормально, то, что меня уже дамажит очень сильно. Как она? Это не он, это она. Напишите, короче, кто она? Кто?
Он или она? Кто играл в Shadow Fight, вы понимаете, да, насколько тут сложно? Я играл. Печалька то, что я не могу на компьютере играть. Играть и снимать видео. Потому что если я бы мог, то тогда я бы снял ролик по Undertale. Как я побеждаю папируса. Ну, а я уже победил папируса. Ну, папирус был нормальным, вроде пацаном. Ну, каким-то слабым. Он чуть меня, конечно, не убил, но... Больно. Ну, поедем мне, да. Я ему прямо по горлу заходил, раз он мне по яйкам. Мне заряженное копье. Все, я накопил на нагрудник. Фух, это было тяжело, конечно. Но от этого стоило. Вам интересно, что этот нагрудник дает? Он дает. Вы не знаете? Если он меня бьет и способность ютница, то тогда он сам себя ударит. Вот. Сам себя ударит. Бей, бей. Ладно. Я задолбался. Я буду ждать, пока он будет меня бить, 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 бить. Ненавижу его. Бей. Хоть что-то сделай. Он скучный. Раскаленный пол. Прям обожаю его. Шучу, я его ненавижу. Все поменялось из-за нагрудника. Умри, чудовище. Что ты делаешь? Ничего он мне не сделал, в принципе-то. Я знаю, где у моего персонажа лицо. Почему накрутник не сработал?
Чтоб вы понимали. Тогда не просто снимать. Снимать это сложно. Так, я записываю. Да еще. О, на этом будем заканчивать. Всем пока-пока. С вами я был Ваня Топов. Переходите на мой канал Ваня Плей. И смотрите там ролики. Всем пока.